вы комфортно чувствуете себя в этой весовой категории? Вы где-то в других категориях принимали участие? Ну, не знаю, к сожалению, участие, но не принимал. Очень комфортно чувствую себя в своей весовой категории. А давайте посмотрим немного на последний поединок со стороны. Можете дать оценку своему последнему финальному противнику? Да, очень, очень сильный противник, можно отдать ему должное, но моральные качества дали мне, так сказать, победу. А схватка с каким противником, с каким дзюдоистом была самая сложная? Ну, самая сложная, скорее всего, была с нашим российским дзюдоистом, представляющий Владикавказ, Нодар Багаев. Собственно, с ним я отработал всю схватку, и он мне оказал наибольшее сопротивление.